Станут ли региональные трассы платными? Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает брать плату с грузовиков за проезд по дорогам местного значения. По таким, к примеру, как трасса Оренбург-Орск. Предполагается, что новшество распространится на фуры весом свыше 12 тонн. Однако авторы проекта не исключают, что в будущем за проезд платить придется и владельцам трехтонников. Причем ценность дорог предстоит оценить местным властям. Водители грузовиков уже называют закон контрольным выстрелом. Многим из них пришлось потуже затянуть пояса после введения федеральной системы «Платон». Не исключено, что «Платон» местечковый просто добьет дальнобойщиков. Это значит, я иду до города, да, в город зашел уже региональная, да, допустим, трасса. Я должен оплатить еще и это все кругом. Ну что это полнейшая обдираловка идет. Мы вообще уходим в минусах. То есть у нас уходит где-то, ну, процентов 90 нашей, то, что мы зарабатываем, на расходные материалы. Процентов 40 перевозчиков, которые на сегодняшний момент есть, они просто банкротятся. Дорожники же считают законопроект логичным и своевременным. По их мнению, одна фура наносит дорожному полотну примерно такой же ущерб, как 1000 легковых машин. Все наши дороги, не все, большинство, они запроектировались за определенные нагрузки. Это 10-12 тонн. То есть это та нагрузка, если соблюдать как раз вот это нагружение. Дорога еще способна релаксировать, восстанавливаться. Если существенным образом, раз, два, скажем, вот этот максимальный предел перегнуть, то дорога начинает разрушаться. Сделайте сначала дороги, потом будут платить за их пользование, по идее. А не ущерб. Какой ущерб, если их дорог вообще нет? Для содержания дорог финансирование требуется. И, скажем, если дальнобойщики являются основной причиной, то, конечно, надо, скажем, в определенной степени взимать как раз с них плату. Ну, тогда будем как? Наверное, вообще поставим свои машины и будем уже идти куда-то искать работу. Сейчас легче и самим хозяевам сесть, наняться на работу, чем содержать свой автопарк. Напомним, каждый километр федеральной трассы обходится водителю длинномеров 1,5 рубля. Если платить придется и за региональные дороги, дальнобойщики вынуждены будут увеличить стоимость своих услуг. Это мгновенно отразится на ценах самых разных товаров и, в свою очередь, ударит по кошельку уже нас с вами.